По улице Сулеймановой завершают подготовку к замене теплотрассы. Она обеспечивает теплом и горячей водой более 70 жилых домов микрорайона. Специалисты определили, что износ сети составил более 60%. Если вовремя не заменить трубы, то порывов на участке не избежать. Все работы начаты заранее, так как я повторяюсь еще раз, котельный круглогодичный. И в случае, если это не совместить с плановой остановкой, то, соответственно, будет прорыв горячей воды. Обновят коммуникации на территории от 22-го дома по улице Сулеймановой до Советской. В понедельник приступит к основному этапу. Работу запланировали на время плановой остановки котельной, которая продлится 2 недели. За это время рабочим нужно выполнить основной объем. Будут выполнены работы по замене данной теплотрассы. Все выполнится в срок, потребитель получит горячую воду после запуска котельной, согласно графику. Продолжительность участка 650 метров. Он проходит через улицу Тельмана. Когда рабочие дойдут до нее, движение транспорта по улице ограничат на пару дней. Полностью завершить работы планируют к концу июля. Это один из объектов капитального строительства Альмитского предприятия тепловых сетей на 2020 год. Также еще порядка 4 объектов намечены в этом году под замену. То есть все работы определены, подрядчики определены, материалы закуплены. И все работы мы завершим до конца августа месяца. Один из объектов, который также модернизируют в этом сезоне, теплотрасса, обеспечивающая горячей водой 95 домов 2, 4, 5 микрорайонов и западных ворот. Работы запланированы на август на время плановой остановки районной котельной номер 4. Лисан Авзалова, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.